Навязчивое представление «я хотел бы тебя убить» в сущности означает, если освободить его от определенных, но не случайных, а необходимых добавлений, не что иное, как «я хотел бы насладиться тобой в любви». Это Фрейд, если это имеет значение. Вообще это, конечно, девиация. Но точно таким же извращением является, например, пристрастие к никотину или восторг перед приближающимся концом света. Ты неинтересный собеседник. Зато отличная игрушка. В детстве ты говорил, что конец света должен произойти внезапно. Может, уже произошел, а мы не заметили. Да, внезапный, как стук в дверь. Удивлен, что ты помнишь. Я помню все, что помнишь ты. И от этого у меня болит голова. Твоя память какая-то бездна. Не понимаю, как ты с такой живешь. Время еще есть. Когда они закончатся, мы узнаем, что-то произойдет. А что там за концом света? Не знаю. Наверное, что-то похожее на эту комнату. Но что-то в ней отличается. Просто мы уже не в состоянии этого заметить. У великого сна жизни есть только один субъект. В данный момент это не я и не ты. Тогда кто же? Задумайся. Если все кому-то снится, но ни мне, ни тебе, значит, где-то есть наблюдатель. Может, все закончится, когда ему надоест на нас смотреть?